Всем привет, дорогие мои друзья. Ну что, продолжаем с вами проходить игру Гипс. Это у нас история про некого человека, который истребляет нежить во время зомби-апокалипсиса. И на этот раз я решил все-таки отправиться к боссу. Посмотрим, что это за чучело и с чем его едят. Насколько вы помните, в первой серии он меня просто размазал своими летучими мышами. На этот раз, я думаю, я достаточно силен, чтобы дать ему отпор. Так, давайте, зомбари, подходите сюда. Давай, по одному. Главное, не кучкуйтесь. Точнее, наоборот, кучкуйтесь только в одной какой-нибудь точке, а не вокруг меня. Так, тихо. Вот надо было ему тронуть меня, все-таки задел. Так, успокойся, успокойся. Ты-то что тут ползаешь на карачках, а? Давай, иди сюда. Блин, немножко непривычно мне... А, тихо. Управлять целью, потому что она как-то еле видна здесь на карте. Давай, 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 подходите. Подходите, ребята. Мой дробовик, кстати, я не могу понять, у меня дробовик или ружье. Я что-то не вижу в скиллах увеличение ружья. Там только дробовик, скорострельные какие-то винтовки и что-то еще. Ну, я так понимаю, у меня ружье, не дробовик, уж ни в коем случае. Так, лежи. Сальтончик, это, конечно, очень хорошо, я имею в виду в плане перекат, он мне очень вручает. Когда меня зажимают, я перекатываюсь и попадаю в безопасную для себя зону. Так, сколько у меня денег? 228 монет. По-моему, я ничего не могу себе позволить купить. Ну да ладно, сейчас все равно, пока я дойду до него, будет столько приключений. Ага, вот и монеточки, которые мне нужны. Там, я смотрю, у меня какое-то оружие лежит, наверное, да? Лежи. Все-таки вот этот вот, хоть у него и два патрона у ружья, но убойная сила, будь здоров. Тихо, 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 тихонько. Не надо, не надо так агрессивно. Ребята, успокоительного примите, в конце-то концов. О, денежки выпли, это замечательно. А что за винтовка тут? Блин, мне бы до нее добраться, а? Мне ведь не дают, ходят по кругу. Так, давай, какая там кнопка? Елки-палки, а я что нажал? Ладно. Видно, не судьба у меня. Я их и так всех перебью. А на дорожку возьму и добью какого-нибудь вон того хромого, который еле ползет. Их там двое, да? Ну вот сейчас и посмотрим, что это такое у нас. Ага, супер-шотган был, оказывается. Да, полезная была бы вещь, но... Профукал я. Так, что у меня? Достаточно очков на покупки умений. Ну что же, давайте, наверное, зайдем и посмотрим, что я могу себе приобрести. Так, я себе хочу, знаете что, ребята, наверное... Вот, смотрите, скорость перезарядки дробовика. Вот, наверное, вот это надо взять. Точность однозарядных винтовок. По-моему, оно. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Ну что скажете, будем нападать на босса или нет? И хочется, и боюсь. Ладно, давайте попробуем. Была не была, как говорится, все равно ничего не потеряем. Ага, вот он, красавчик. Так, тихо, кто он вообще такой, а? Какой-то мясник. Тихо, тихо, успокойся, парниша. Ты видишь, я сегодня не в духе. Сегодня был плохой день. Я не поел, еще ты тут бегаешь со своим ножом кровавым. Здоровым причем. Так, сейчас он будет на меня отправлять своих летучих мышей. Это я помню. Ну, сейчас у меня дробовичок, точнее ружбайка, которая... Ой-ой-ой-ой-ой, которая... Поражает очень массово. Тихо, тихо. И я надеюсь, я с ними справлюсь. Так, еще и он выбежал здесь в придачу. Кстати, я заметил, помните, мы выучили с вами скорость бега. Теперь он меня не догоняет, как вы видите. Или догоняет все-таки? Что-то нет, по-моему, все-таки он меня не догоняет. И это очень хорошо. Куда он убежал? Опачки, он опять вызывает этих летучих мышей. Все понятно, это оказывается... Грубо говоря, его помощники. То бишь, если даже я их всех расстреляю, он со скорым времени пойдет и вызовет их снова. Ладно, будем. Тихо, уйди от меня. Не подходи ко мне, ты страшный. Ты мне не нравишься. Уйди. И мышей-то он выпускает изо рта, да, главное? Жует он их там, что ли? Так. О, он убежал куда-то. Так, мне надо, ребята, вот этих все я добил. Потому что, если я так понимаю, не убью, то он их здесь столько расплодит, что они просто меня убьют. Очень быренько и без проблем.
Все-таки этот перекат по земле очень хорошо выручает. Очень хорошо. Я им раньше как-то не особо пользовался. А сейчас, смотрите-ка, очень эффективная вещь. Я во время переката, надо было мне, знаете, что выучить? Тихонько. Не надо подходить так близко ко мне. Не надо. Надо было мне... О, еще вызвал партию. Только с первого расправился, уже еще одна. Во время переката восстанавливать себе ХП. Вот это было бы замечательно. Так, у меня три сердечка, елки-палки. Но у него тоже не особо много жизни. Я думаю, что все-таки я должен затащить его. Но если не получится, придется мне еще раз сюда идти к нему. Фух, так, тихо. Кто ты такой вообще, а? Бэтмен недоделанный. Так, сдохни. Ну давай, выпускай своих мразот. Давайте. Главное не попадать под их вот эту вот атаку молниеносную. Потому что иначе будет мне очень плохо. Да сколько? Мне кажется... О, и это что такое? Погоди, ого! Он ускорился, ребята, он ускорился. И он легко меня догоняет. Даже перекат не помогает мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо что-то делать. Два сердечка все осталось. Ребятушки, и у него сердечко одно. Ну, сдохни ты, мразь. Так, и что там написано, я что-то не могу понять. Финишем, что ли, или мне кажется? Финишем, да? Ну и что надо делать? Что-то он не умирает, ребят. Опа, вот так вот, надо было подойти к нему вплотную. Мы его разрубили. Ну что, ребята, я нас поздравляю. Мы убили первого босса в этой игре. Ох ты, еще и ножичек у него какой-то здесь остался. Я думаю, что он будет лучше, чем труба. И, наверное, пойдемте с вами дальше куда-то сходим. А куда нам идти? Так, у меня достаточно для покупки урон ближнего боя. Кстати, между прочим, да, ближний бой надо будет прикупить. А тут что, мини-игра какая-то? Ну, это мы потом откроем. Ампутатор. Так, отрубание конечностей, отбрасывание врагов. Что, наверное, мне надо идти в церквушку и доложить, что я убил... такого-то паразита. И теперь... О, тихо-тихо, курочки, осторожненько. О, нет, только не вурдалак. Только не это чудовище. Оно мне... Так, курица, иди отсюда. Нет, все-таки с перекатом мне как-то стало более комфортнее играть. До этого я действительно им не пользовался. Так, в редких случаях, тихо ты. Вот самое плохое, когда они зажимаются со всех сторон. И когда даже перекат не помогает. Потому что идут навстречу тебе эти толпы зловонных, вонючих зомби. Что это было? А, он разгневался. Ё-моё, ну-ка, на-ка, слезь с меня, чудище. Так, тихо, он опять на меня. Да на, получи. Да, все-таки убойная сила повысилась у ружья. С двух выстрелов. Ну, бери ты. О, вот теперь замечательно. Я теперь просто Рэмбо. Первая кровь. Неуязвимый чувачок, который спасает человечество от зомби. Правда, я не знаю, что здесь осталось от человечества. Я знаю только, что в церквушке остался один монах. И все, и я, естественно. Ну, тем не менее, хотя бы спасем его и себя. И идем спокойненько. Так, а здесь нет. Там, я думал, откроется все-таки у нас, где цветочки закрыли проход. Но, как видите, они до сих пор закрыты. Странно, значит, действительно надо идти в церковь. Так, сейчас пока довольно неплохо мы идем. Довольно неплохо, я вам скажу. Так, тихонько, тихо. Монетки, это очень хорошо. Так, сзади из-под тяжка вылез, а? Какой паразит. Но не тут-то было, я намного его умнее. Они же, по идее, должны ходить медленно, они же зомби. А почему они так бегают-то, сломя голову? Я все понимаю, мозги мои вкусные, но не надо же так быстренько бегать. У вас же, ребята, появится одышка, устанете. Лучше бы потихонечку на карачках, как многие из вас. А лучше все без головы. Так, смотрите, какой-то тесак, топор. Я даже не знаю, этот все-таки с босса выпал. Оставлю я, наверное, все-таки себе мачету. Так, ну давайте попробуем подойти. Может... Опа, ребята, смотрите, что произошло. И я... пойду, наверное, туда. Не буду я возвращаться в церковь пока. Вот так вот. О, красота. Вот я просто мясник натуральный. О. Отрубание коня. Ого-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонечко, ребята, успокойтесь, а.
Еще полдня не настало, а вы уже пришли жрать. Успокойся, иди сюда. Так. Отдохни, браток. А это что за пугало еще вышло? Какой-то непонятный. Даже я не знаю, как его назвать. Кровавое мясо с червями? Да, назовем его так. Да ну, да брось ты, хорош. Иди сюда. И на этот раз я тебя не боюсь. Все, я адаптировался. Нет. Ага, адаптировался. Я сейчас, по-моему, кони двину. Ё-моё, прям, о, опять, да тихо ты. Так что такое, я не пойму, что это. А что случилось, почему. Ёлки-палки, а как черви-то на мне прилипли? Что делать-то надо? Ребята, что надо делать от червей? Сейчас отдуплюсь, по-моему, я. Черви жрут меня. Ага, надо сальтончик, ой, кувырок делать, чтобы якобы их с себя скинуть. Все, я понял теперь, буду знать. Такая простенькая игра, а столько заморочек, елки ты палки. Ну как сказать простенькая, даже я бы не сказал, что она простенькая. Федора. Вполне себе сложноватая игра. А сложновата она в плане того, что очень много здесь. Так, это что такое? Я нажал репеллент, и он меня в какое-то облако поместил. Так, домик, может в домике кто есть? Босс? Да ладно, вы шутите что ли? Ё-моё, опять босс! Ребята, ей-богу, я не знал, что здесь босс. Наверное, мне здесь хана будет. Так, ну пока он ползает, я даже не пойму, кто это такой. Какой-то слизнюк, да что такое? Ёлки-палки, я в полене уперся. Какой-то слизнюк и попрыгунчик. К тому же еще, прыгает. Ох, как он меня сдул своим прыжком. Так, ладно, давайте-ка здесь проскочим. Так, иди отсюда с дыркой. Какой с дыркой, с костями в голове. Так, все пока у нас вроде бы на мази. Этот пока не чудит ничего. Ну, жизни у него, елки-палки, вы только посмотрите сколько. Аж 4 полоски. Да, опять орет, что делать? Ага, начинает опять прыгать. Ну, хорошо, что он пока просто прыгает. И я могу кувырком увильнуть, как говорится. Тихо, тихонько, не шали, зомби. Зомби-попрыгун, не шали. Так, он что там, выдохся, что ли, или мне кажется? Так, откуда-то тут прут все. Да, он отдыхает, допрыгался. Слушай, ребята, это, кстати, плохая идея. Когда он отдыхает, в этот момент его просто деребанить. Как вариант, я думаю, прокатит, да? Ну, если, конечно, мне эти зомбари дадут. Так, опять он тут начинает суетиться. Блин, сбил меня все-таки. И самое плохое, что на боссах не дают никакой еды. Вот сколько у тебя есть жизни, столько и есть. Так, вот он отдыхает, ребята, вот наш шанс бить его. Так, черви какие-то вылезли из него. Фух, тихо, тихо, тихонько. Я аж... Отдышка у меня такая, как будто я тут от него в реале бегаю. Так, лежать. Лежать, корявый. Вот так вот хорошо, когда зомбари идут напротив него, это двойной эффект для меня. То бишь, я могу расстреливать и зомбарей, и, соответственно, босса. Я так понимаю, будет у него несколько стадий здесь, да? Это как бы начальная, прыгает просто. Хорош, успокойся уже, попрыгу. Желеобразный. Я сейчас тебе мозги-то вынесу из ружбайки. Будешь знать. Ну, вроде бы пока все четко. Руки, ноги лежат. Так, вот он отдыхает. Каждый выстрел у меня снимает у него по половинке сердечко. Господи, это мне еще сколько мне устрелять придется, а? Так, тихо. Кулачками-то своими размахался. А кто он такой? Смотрите, мы в каком-то домике, да, пилы висят на стенах. Видно, это бывший дровосек. Потому что тут поленья, пилы. Все говорит именно об этом. Так, тихонько, тихонечко. Ёлки-палки, не успеваю, а? Не успеваю я отпрыгнуть. Все-таки забрал у меня сердечко еще одно. Ладно. Лежать, мрази. Так, давайте-ка его еще разочку присунем. Так, черви, это опасная штука. Отлично, вроде сбил. Нет, один, нет, сбил всех. Все нормально, все четко. У нас пока идет все под контролем. Так, у него брюшная полость еще больше вскрылась. И я чувствую, оттуда в скором времени что-то вылезет или вылетит. Кислота какая-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Не знаю, посмотрим, если доживем до этого. 3 сердечка у меня. Да что такое-то, зажал меня. Так, вот он отдыхает. И эти не могут пройти. Вот это хорошо, давайте. Блин. Все. У него... Ну, мы почти, 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 ребята, отняли первую полоску жизни. Будем надеяться, что все-таки мы его победим.
пока я не вижу ничего в нем такого сложного. Пока прыгает, как обычно, дуркует и орет, выпускает червей из себя. Но это не столько опасно, потому что у меня ружбайка, которая сносит за один выстрел очень... Да что такое-то? Очень много чудищ сразу. Чудищ, что ляпнул? Зомбарей, короче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Два сердечка, мне нужно продержаться, как бы того не стоило. Еще музыка-то тревожная меня будоражит. Так, опять начал прыгать. Ну, я надеюсь, он сейчас ничего не будет чудить. Самое главное, чтобы не было какого-то неожиданного сюрприза для меня. Так, тихо прыгаем. Прыгаем, убегаем. В ближний бой я с ним вступать не буду, потому что я думаю, что это бесполезно. Хотя вот когда он сейчас делает передышку, можно было бы вполне его побить мачете. Но опять же, не буду рисковать. Лучше на дистанции его держать. Так, иди отсюда, вышел откуда-то со стойла. Иди дрова руби. Так, два сердечка еще до сих пор, это хорошо. Так, он прыгает. Мне кажется, или он стал быстрее все это делать? Нет, наверное, мне кажется все-таки. Вот, все, надо его добивать. У него осталось два сердечка. Раз, два, есть, я его убил. Ух ты. Хи-хи. Ой, а что я стою-то? Меня зомбари бьют. Елки-палки, совсем забыл, что здесь надо помимо босса зачистку делать глобальную. Так, фу, все, ребята. Фу, нехило, да? Два босса к ряду. И причем прошел их на шару. Да, все-таки я молодец. Сам от себя такого не ожидал. А что такое репеллент? Я так понимаю... А, у меня очки есть, ребята. Давайте-ка мы что-нибудь приобретем себе. А что лучше взять? Вот все-таки скорострельность или... Все хочу, ребята, я хочу все здесь купить. Но, как видите, я ограничен своим бюджетом. Будь он неладен. Я хочу взять и для дробовика, и для однозарядного ружья. А я в любом случае здесь не куплю, потому что они стоят 600 монет. Так, деньги-деньги, повышает вероятность выпадения монет. Слушайте, ребята, а вы как думаете, если я возьму деньги-деньги, намного будет выпадать монеты? Может быть, я благодаря этому скиллу быстрее прокачаюсь? Хотелось бы в это верить. Так, скорость однозарядных винтовок увеличена. Или вот это взять, я даже не знаю. Нет, я, наверное, все-таки, ребят, склонюсь к деньгам. Деньги это наше все, поэтому 500, как их, монет можно купить. Хотя, ну, эти смотреть бесполезно, потому что они стоят 600 рублей, ой, рублей, золотых. Давайте покупаем. Как говорится, была не была, все деньги в воду. Так, а что здесь у нас? Какой-то рыбак, ну это не похоже на босса. А здесь я не пройду. Может быть, это какой-нибудь мужичок? Давайте поговорим с ним. Ёлки-палки, это босс опять, да вы чё? Ну... Так, а это что такое? Какой-то мужик поджаривается. Так, ага. Так, ударить по снаряду с помощью атак ближнего боя. По какому снаряду? Где снаряды? Я не вижу никаких снарядов, ребят. Где снаряды? То, что он бросает, это рыбы. Не пойму я что-то. Блин, он меня просто разбивает. Что он делает-то? Что, дует? Сдувает меня? Да, ребята, он меня сдувает. Слушайте, а от чего у меня жизни-то тратится? Я не пойму. Опять он меня сдул. От того, что он меня сдувает, у меня тратится жизни? И как я, по-вашему, должен его бить? Не врублюсь я что-то. Так, ну вот он промахнулся, да? Это я немножечко не догоняю. Да и, честно говоря, я как-то немножечко устал от двух боссов там бегать, столько дрынкать на эти кнопочки. А здесь еще какой-то сдувальщик плюс бросается в меня своей тухлой рыбой. И у меня уже нет жизни. А куда они делись-то? Где я потратил-то? А спасаем мы вот этого мужичка должны. Мы, наверное, его спасем. И я больше чем уверен, ребята, он починит нам мост. Это какой-нибудь плотник. И мы пройдем с вами дальше. Но я не думаю, что я этого босса осилю. Хотя у него всего три полоски жизни. Смотрите, как все это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Печалька сейчас была. Очень большая печалька, потому что я упал. Точнее, меня сдул в кучу зомбарей. Все, по-моему. Сейчас он в меня рыбой и ушатает. Да. Ой, ох, как нервно. Ну ладно, ребятушки. На этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И если кто знает, как убивать этого зомби, отпишите, пожалуйста. Буду очень признателен. Ну а на этом всем пока. До скорого, ребят.
nigga, you can't stop. Bounce.